все эти соединения в одной точке. We're creating an energy body. И тогда мы создаем энерготело. And connecting the link up to the universe. И тогда через это энерготело мы соединяемся с космосом. There is up. Это все, что идет вверх. Down is extremely important. Но есть еще и движение вниз, которое чрезвычайно важно. Why everybody down to the core of the earth? Как бы собираем всех вниз, опускаем вниз до центра Земли. That's the mother earth. Это Земля, наша мать. Number one, the mother earth can compose our energy. Прежде всего, Земля перерабатывает нашу энергию. Negative energy is sick energy. Перерабатывает нашу больную, нашу негативную энергию. The one thing very important part to understand the earth. И здесь очень важно понять значение Земли. Negative. Негативность. You think a poison to us. Которые это те вещи, которые нас отравляют, которые нам не очень подходят. Но все эти вещи они могут превратиться в компост, то есть они могут перерабатывать. We cannot do anything. Без этого процесса мы ничего не сможем сделать. Okay, like the carbon dioxide CO2 is poison to us. А, например, углекислый газ, он на самом деле для нас очень плохо для нас. But we have to exhale out. Но когда мы выдыхаем. But the tree. Но для деревьев. They say, oh, yum 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 yum, my food. Для деревьев это ням ням, это их еда. So the thousands say there no such thing as poison or not poison. И поэтому в Дао говорят, что вот нельзя сказать, что это только яд или только не яд. The tree take our negative. А деревья забирают наше негативное, перерабатывают это позитивное и отдают это нам. Вы должны запомнить одну очень важную вещь. All the sick energy, вся больная энергия, all the negative emotions, все негативные эмоции must go down to the ground. Должны быть опущены вниз and в землю. You must train until you can feel you go down to the core of the earth. И вы должны тренироваться до тех пор, пока не почувствуете, что вы энергетически опускаете это до центра земли. This is the first step. И это первый шаг. And you want to do any healing for yourself. Вы должны делать любое лечение, которое вы делаете для себя. Without that, no way. Обязательно используй это. Без этого ничего не получится. Remain in you high and sick. Иначе больная энергия будет оставаться в вас. Running. И она будет бегать в вас, будет циркулировать. You put medicine in that, и с этим ничего нельзя будет сделать. Останется только движение этой энергии. It's never cured that way. И вы не сможете, вопрос потом, и вы не сможете ничего сделать с этой энергией. Now, so the first session is you must ground the energy of the person down to the ground. Поэтому первая сессия это когда мы забираем энергию, опускаем ее вниз в землю. People are holding too much. Люди очень много удерживают в себе. In themselves too much. Очень много держит в себе. In here, в голове, in here, в сердце, везде, во всем. Очень много держит. If you don't let go, not empty, you cannot do it. Если мы не отпускаем, если мы не опустошаем себя, у нас ничего не получится. First, you have to make them an empty glass. Прежде всего, вы должны сделать стакан пустым. Empty glass is the most useful glass. И пустой стакан – это очень полезная вещь. You can fill more water. Потому что там можно налить воды. After you fill, you need to empty them again. Потому что после того, как вы его нальете, вы можете пить эту воду. Clean them. Потом вымыть ваш стакан. И опять будет хорошим стакан. If the dirty glass with dirty water all the time, no use. Если стакан грязный, то и вода будет грязная, и ничего хорошего. So you're gonna see in this 4 days, I'm gonna emphasize so much. Clean out, empty, let go. И я в течение этих 4 дней буду очень подчеркивать и повторять. Очищать, очищать, отпускать вниз, вниз и отпускать. The more you can let the people relax, smiling, let go, let go, let go, go down. And let it sink down, 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 down to the ground. And dig a hole and bury it. Обязательно нужно будет опускать все вниз, вниз, вниз в землю, опускать все, что есть, отпускать это и хранить это в земле, глубоко в земле. A lot of my power, потому что очень много trust and belief, имеет значение от силы ума, это доверие и вера, и визуализация, актуализация. You trust, believe, you give command.
Если вы верите, если вы доверяете, вы даете команду, и все идет вниз. Down. Вниз. And you give command. Даете команду остаться. You dig a hole and said stay. Вы даете команду остаться, делаете дырку. Very important. Tell them to come back. You're going to be happy. You're going to be happy here. You tell the sick energy, negative energy that I'm going to take you up a nice and happy place because you're in my body. I'm going to be put medicine, energy, screw you out anyhow. You know? They're not happy. Мы только тогда мы можем почувствовать себя счастливыми. Мы не можем почувствовать себя счастливыми, даже если мы будем вкладывать в себя, лепить разные медицину, разные таблетки. Но если эта больная энергия останется, если мы не выпустим ее из себя, мы не сможем почувствовать себя счастливыми. Sick energy and negative emotion have intelligence. Потому что у больной энергии отрицательных эмоций тоже есть свой ум. One thing you have to learn these 4 days: talk to the sick. И еще одну вещь вы должны будете выучить за эти 4 дня. Говорить с больной энергией. Hey, listen. Эй, послушай. You're not happy in my body. Ты не очень счастлив в моем теле. You're not happy in this person's body. Ты не очень счастлив в теле этого человека. You become high and sick and run. Ты должна быть... I'm gonna bring you to a place you're gonna be happy, место. And you're gonna be useful, and you're gonna be... Где ты можешь быть счастлива, где тебе будет удобно, где тебе будет хорошо. Because Mother Earth needs this negative and compose. Потому что Мать-Земля нуждается в этой негативности, она нуждается в этом как компосте для переработки. Understand this part is so important. И вы должны понять эту часть, потому что это очень The важно. The way we're doing now, we throw our negative out. А то, что мы делаем сейчас, вместо того, чтобы выбрасывать эту негативность к земле, отдавать земле, мы выбрасываем ее просто из себя в пространство. We become a very emotional society. И мы сейчас становимся очень эмоциональными. Because people don't learn how to compose themselves and compose that to the ground. И это происходит потому, что люди не знают, как перерабатывать то, что есть в них, и отдавать это земле. Rather than throw to each other. Они просто бросают это в пространство друг на друга. Throw and dump to God. Выбрасывают это, отдают это Богу. And accumulate in a space. И в пространстве аккумулируют это. And come back to haunt us. Это аккумулируется в пространстве, когда это становится. But in the meanwhile, Mother Earth are so sick because no more this energy, no more all this energy to compose. Мать Земля становится очень больной, потому что она не получает как бы удобрение для себя, для того, чтобы переработать это и получить для себя силу. И следующий шаг, нам необходимо открыть наше сознание. И открыть его, открыть наш ум на 6 направлений. Тогда внизу будет Вселенная, наверху будет Вселенная, Вселенная будет справа и слева, и Вселенная будет спереди и сзади. Она будет кругом везде. Поэтому мы можем собирать энергию с любого места. И это называется божественное присутствие. Force is everywhere. She Потому is что everywhere. Сила находится везде, сила находится, энергия находится Now, везде. In the Tao practice, we practice Qigong. А в Тао мы практикуем Цигун. That is God. Но это же Бог. Now in the West you pray to God, you feel energy. А на Западе люди молятся Богу и говорят вот это. In the Chinese say Qigong, Qi. Китайцы говорят Цигун. In the West you give a name say it's God. А на Западе говорят, это Бог. So the force is no limit. Поэтому этой силы нет предела. But the first healing power is, remember this, the first healing power. Но запомните, что самая первая целительная сила. If you are the one that conducting the force. If you are the one that conducting the force. Если вы начинаете соединяться с этой силой. You must have a good heart. Нужно иметь хорошее сердце. Good chi in the Tantien. Хорошую энергию в Тантьяне. Love, compassion. Здесь должна быть любовь и сострадание, а здесь должна быть энергия, энергия. Because in the way you do here is you need to multiply. Потому что нам необходимо усилить это, увеличить. Your force is closer to other the universal force only. Потому что ваша энергия, она близка энергии другого, энергии Вселенной. Get this point? Вы поняли это?
The universal force is too wrong. Потому что универсальная сила is too wrong. А слишком сырая. So when you have a good energy, когда у вас хорошая энергия, the universe will have so much energy. В универсуме, во вселенной столько энергии. So you have a good better energy. You extend it down. Что мы ее собираем, опускаем ее до центра. So this always you have to do that. Мы всегда должны делать это. And extend it all the way down. И расширяем ее ниже до проходим через землю опять до вселенной. And bring it up. И поднимаем. And bring it up. Поднимаем. And you can go, you can wire everybody together, and you can send the energy to the people. И мы, соединяясь друг с другом, можем послать эту энергию другим. Now, the higher level in the body, in the heaven here. Высший уровень здесь. More in the mental. Больше в уме. Spiritual. Духовном. Emotional. Эмоционально. And the higher force. И в высшей силе. But the major healing power is the earth and the galaxy here. Но основная целительная сила будет находиться в Земле и в той галактике, которая находится внизу. Plus your own energy. Плюс ваша собственная энергия. Okay, so the second part. Okay, вот это второй пункт. Okay. Your forces plus the Earth force plus the universe of coming back, multiplied back to everyone. Ваша собственная энергия плюс энергия Земли плюс энергия, которая находится внизу за Землей. Увеличенная, возвращаясь к вам, превращается в целительную энергию. First, you need to develop your own energy first. А необходима сила, которая будет развивать вначале нашу собственную энергию. And the microcosmic. Это микрокосмическая орбита. And you're connecting with the galaxy. И через нее мы соединяемся со Вселенной. We're connecting with the planet first and the galaxy. Соединяемся с планетами. And below. И со Вселенной, которая находится под Землей. The galaxy all around the Earth, all. Галактика находится вокруг Земли. And all of them beam down. И лучи ее проходят со всех сторон. That's very important. И это очень важно. We are the planet that the universe gives us power. That way we can support many living things. Таким образом, отдавая вот эту энергию лучами на Землю, она поддерживает любую жизнь, любое проявление жизни на Земле. So we learn to take the forces from the Tantien, the sacrum. Мы учимся определять или вести эту силу из нашего Тантьяна, из крестца, из макушки. And from all the bone that we have. И со всех костей, которые есть в нашем теле. Bone take in a lot of forces. Потому что в наших костях находится очень много энергии. Yes. A lot of you learning a lot of this already about how to transfer this force down to the ground. Очень много, очень много техник, как трансформировать эту энергию назад в землю. Now when you take in the force, когда вы берете эту sickness, забираете болезнь, например, you're not going to let this sickness come into you. Вы не должны позволить этой больной энергии пройти в вас. That's what a lot of people do. Это то, что сейчас делают очень многие целители. We not even notice that. Даже не замечая, что они это делают. So when they heal to certain level, they get very sick. И на определенном уровне они лечат и потом заболевают сами. They have no more energy. Потому что у них нет энергии больше. Now, you have to learn connecting with a tree. Необходимо научиться соединяться с деревом. Tree is very easy to make friendly. Потому что очень легко стать другом дерева. And especially big tree, very good root. Особенно с деревом, которое большое, у которого хорошие корни. You all have to do get close to the tree, touch the tree. Вы просто должны подойти к дереву, так коснуться дерева. On the aura. И аура этого дерева. Like when the sun coming, the sun here. Когда, например, восходит солнце, солнце вот здесь. And the aura of the sun, when the sun comes on the top, when it comes down here is the aura. И когда солнце лучами светит, то аура дерева, солнце, как окутывает дерево. You stand on the shadow of the tree. Вы стоите в тени этого дерева. You raise your hand. Поднимаете руки. Touch the aura of the tree. Чувствуете ауру дерева. And talk to the tree. Talk
talk to the tree. И начинаете разговаривать с деревом. I want to make friend with you. Я хочу быть твоим другом. Please accept me as your friend. Пожалуйста, стань моим, согласись стать моим другом. That's it. Это все очень просто. And when the tree accepts you, it opens. И когда дерево принимает это, вы почувствуете, как энергия окружает вас. And you meditate, or you walk with, or you do qigong with it, and И тогда вы можете медитировать, вы можете делать цигун, делать любые практики вокруг дерева. We talk this a lot in the Chinese jungle. И мы об этом очень много говорим в книге, которая называется «Цигун зал». When you do the healing, когда вы занимаетесь лечением, when you pick up some sick energy, когда вы поднимаете больную энергию, you send the sick energy all the way. You pick up the sick energy, don't let it come into you. Вы должны работать с этой энергией таким образом, чтобы она ни в коем случае не попала к вам. You send the sick energy to the tree. Вы отдаете эту больную энергию к дереву и опускаете вниз. So you talk to the tree, hey, I'm gonna send you a gourmet dinner. И вы говорите, эй, дерево, я посылаю тебе хорошую пищу. Now, tree take negative. Потому что дерево принимает негативное и перерабатывает это в позитивное. And that is the tree energy. Вот это энергия дерева. So this is very important part. This is another step you must practice until you get it. Вы должны запомнить, это очень важно, и вы должны практиковать до тех пор, пока вы не поймете этого. It's not matter how far you are. Это не имеет значения, насколько далеки вы от дерева. You think about the tree. Вы просто думаете о дереве, и вы таким образом уже соединяетесь. You pick up sick energy. Вы собираете больную энергию. Вы собираете и отдаете эту энергию. That energy will go down. И эту энергию больную проводите вниз. Tree and earth are so connected. Tree and earth are very connected. Потому что дерево и земля очень соединены. And we're going to use deep hot cold energy and color. И мы используем холодную, а горячую энергию и цвет. Okay. So the color, the second. Цвет, например, крестец. The second will draw in red, yellow. Здесь мы рисуем, как представляем, какая энергия цвета. Значит, сначала мы собираем энергию вокруг креста цвета желтого, фиолетового, поднимаем ее до макушки, поднимаем до Вселенной и начинаем вращать. И таким образом мы усиливаем энергию. На самом деле это занимает несколько секунд. Сначала мы начинаем вращать Вселенную в крестце, затем вращать дантяги, поднимаем, вращаем макушки и вращаем Вселенную. Now very important part is each individual you can give them one direct line. И очень важно здесь, что каждому человеку вы должны дать вот эту прямую линию. Very different. Very different that I channel the energy down. Это отличается от того, как, например, я and I connect with everybody. Собираю энергию, опускаю ее вниз и соединяюсь с каждым. So from here go up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отсюда идут очень много разных лучей. So everybody think I'm a God. И все думают, что я Бог. Because so everybody connecting with me. Потому что все соединены со мной и все мне кланяются. So this very different. Это совершенно разное. Now the whole secret is not that way. Но самый главный секрет это when I get the power, когда у меня есть сила, я ее усиливаю во Вселенной. I want everybody of you, one individual wife from the universe. Каждому даю эту силу из Вселенной. That's because wide band. Wide band. И это мы называем большим колоколом. Everybody have one band. У каждого как бы свой колокол, колокольчик. That's what the email and the website will be 100 times faster. Это поэтому вот имейлы и веб-сайты, они очень быстрые. Because мы можем очень быстро почту послать. Much bigger and very direct. И мы можем написать очень большое послание непосредственно, и оно получит. Now when you do this way,
Когда мы делаем таким образом, when we modify the energy to the universe, когда мы усиливаем эту энергию в космосе, you make a line direct to you, мы делаем прямую линию, and you make a line direct to the person, и мы делаем вот эту линию непосредственно руке, so the energy from here transform, go. Чтобы эта энергия из руки трансформировалась и шла. Very important, not this way. Not this one come down, and from here go. Очень важно, чтобы это не так шло вниз, то есть сначала в человека, в сердце, и потом из сердца в другом. That's why when you learn it right, когда, поэтому, когда вы... 100 people is nothing. Выучить это правильно, и поймите, как правильно, если вы человек, boom, energy для вас будет несложно. Second, eight holes. Yeah. Значит, в нашем крестце есть 8 дырочек, 8 пещер, and как они называются. И... When you do like this, и когда вы делаете вот такое движение, давайте встанем. Делайте такое движение с крестом. This what Elvis do very well. Это хорошо Элвис сделал. Майкл Джексон do very well. Майкл Джексон делает. Second is very important, I tell you. На самом деле крестит очень важный тело, важное место. We call the sacred bone. Потому что здесь называют так называемые священные кости. In the olden time, it's only the twin virgin girl to dance like this to God. Поэтому они вот святых дев учили танцевать перед Богом, они учили их танцевать перед столом и вот эту часть живота. And people are not allowed to watch. А людям не разрешалось смотреть, чтобы они не знали. Only priests can watch them. Только священники наблюдали за этим танцем. So we don't see them. You know? And when we see them in a rock and roll, it's, oh my God! But this is a sacred dance done to God. Но на самом деле rock and roll это священный танец, который раньше ставился перед священниками. Now we spiral first. Это можно немножечко делать, как вращать. You need to move them. Everybody, you need to move them. Все двигайте своим крестом. Нам не видно уровень. Он сказал двигать вначале, как вы сказали, вращать, а потом вперед-назад. And now front, and back. И потом назад, front, и потом вперед. Back. Назад, front, вперед. Back. Назад, front, вперед. Right. The second need to be moved. Дело в том, что сам крестец постоянно должен находиться Why? В движении. Почему? If you don't move, the brain don't move. Потому что если не двигается крестец, не двигается до энергии в мозге. And you get tired. И тогда мы устаем. Вдох. Feel your second breathing. Чувствуете, как вас дышит ваш крестец? And exhale. И выдохните. And feel the chi coming up to the и просто чувствуете, как энергия начинает движение вокруг нижнего танцеля. Вдох. And exhale. And и выдох. И движение энергии в танцеле. Улыбка. Spiral. Движение. Вращение энергии. Вдох. Exhale. Выдох. Tantian spiral, inhale. И вдох. Tantian like mixer, like a cauldron. Значит, тантянь, дальнейший нижний тантянь, это как миксер, Red как котел, в котором постоянно происходит движение. With no tantian, you cannot hold the energy. Потому что если бы здесь не было этого тантяни, мы бы не смогли удержать энергию. Now, when you feel, you draw the yellow or red line, whatever you think, single arm. А как только the вы... The color you need, you single arm. You single them out. Да, вы должны как бы вот выводить один цвет энергии, другой цвет энергии, третий цвет энергии. And you blend in the tantian. И это вся энергия начинает соединяться в тантиане. И тогда вот как это все закончилось, это поднимается вверх, в голову, в макушку. Extend up. И начинает вырастать, проявляться до Вселенной. And below. И вниз. Вниз. And you multiply. И этим самым энергия увеличивается. And when you multiply, как только мы увеличили эту энергию во Вселенной, first, you bring this energy down to yourself first. Сначала мы возвращаем этот луч энергии, тянем в себя.
The multiply depending on your mind power. И вот усиление этой энергии в космосе зависит от силы нашего ума, насколько мы multiply one time. Мы можем усилить ее на один раз, на 10 раз, time, на 1000 раз, million time, на миллион раз, billion time, триллион раз, or trillion time. Или там, не знаю, your own mind power это, and your chi. Это зависит только от энергии и от силы ума. You get that point? Вот это понял? It's the practice. I can give you certain level, but that's all. Я вам говорю, только вот этот уровень, насколько вы будете там okay, увеличивать, это уже ваше. Tan qi, heart, love, compassion, here. Здесь в сердце ставите любовь, сострадание, здесь вы энергию держим в нижнем дантене. Go up to the crown. Поднимаем это вверх на опушке. Поднимаем во вселенную, начинаем там вращать. So the universe have the intelligent force. Прежде всего во вселенной сила всегда разумна. That's how you that how religion set up. Это то, о чем говорят все религии. Some people they do the field and multiply more and come back down more. Каждый может сделать это, выйти во вселенную, усилить там свою энергию, опустить ее и как бы одним словом любой может сделать. So Christian very strong. Whoever the forces come to me. Я не думаю, когда я медитирую, я не думаю о том, какие силы там будут. Я просто. I'm Christian. Например, я христианин. So I visit down, oh, Jesus coming, thank you. Я молитву делаю, благодарю Христа. The Tao master, immortal master coming, oh, thank you. Пришли ко мне, да, даосские мастера, я встречаю. I feel the Buddha energy coming, because it's in Thailand, it's all, oh, thank you. Я чувствую буддийские энергии, потому что я буддийская страна, я благодарю Будду за его энергию. A lot of Muslims in Thailand also, you feel when you go around, you feel that, thank you. Мусульман, я чувствую эту энергию, я благодарю эту энергию. And a lot of Hindu also. И индуистов тоже много. Я благодарю всю энергию, которую я чувствую. When you accept it, a west second breathing. Итак, продолжаем. Опять мы начинаем дышать крестца, мы видим красный цвет вокруг, поднимаем до сердца. Where the love, joy, happy, ощущаем здесь любовь, радость, счастье. Blend them. Соединяем это внутри, поднимаем до макушки, send out 5%, отправляем 5%, multiply to a million. Увеличиваем эти 5% до миллиона вселенной. Now you have a lot. Now you are. You have a lot. А теперь у нас много энергии. Now if everybody work together, а когда все работают вместе, the pool have so much energy then. Тогда они собирают колоссальную энергию, колоссальное And количество. You always can use that energy. И тогда каждый человек может пользоваться этой энергией. You direct the energy down to you. Опускаете энергию вниз. Feel your energy. Чувствуете эту энергию. You direct the energy. You make a connection direct from the universe down to the person. И тогда следующее соединение этой энергии с человеком. Sky down to your palm. Затем wow. Соединение с рукой. Okay. So there is. And if you have 100 people. You wind up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тогда, если, например, 100 человек, тогда вот не один человек, а 100 лучей будет направлено каждому человеку. Is the mind. И все это делает ум. And the connection link. The link. We don't go to the link. The link is important. Очень важно соединение. Очень важно соединение. This is the crown. Вот это макушка. Crown producing. Crown connecting with violet light. А макушка всегда соединяется с сиреневым цветом. And you feel the person with violet and you and all this way. И вы чувствуете, посылаете этот сиреневый цвет человеку, вы чувствуете этот сиреневый цвет. You use part of your energy. Вы используете только часть вашей собственной энергии. But when you multiply, но по мере того, как энергия усиливается, увеличивается. You feel yourself more. Вы чувствуете в себе больше энергии. And you have a lot to give out to other people. И поэтому вы можете передать другому достаточно много энергии. And this is second again, red, опять orange, здесь у нас крестец, красный, оранжевый, желтый из креста идет цвет. Now, the throat center. Это горловой центр. Throat center, you need to do the breathing. Горловой центр очень важен, потому что он помогает нам дышать. Opening the throat. Открывает этот центр. We call tiger and dragon sound. Мы называем это звук дракона и звук тигра. Нижний это звук тигра. A gurgling sound here. Вот здесь начинается звук.
really love this throat power. There's a lot of power in the throat center. На самом деле в горловом центре очень много энергии, много силы. It's the major two color we use, blue and green. И здесь у нас как бы два основных цвета. Это цвет голубой и зеленый в горловом центре. Blue and green. Здесь голубой и зеленый. Blue and green color. Uh-huh. Голубой и зеленый цвет. Crown, we use the universal spark. Значит, макушкой всегда все вращается. Макушкой мы воспринимаем вселенскую универсальную. When you want to energize, когда вы хотите дать энергию, вы делаете по часовой стрелке вращение. Вращаете по часовой стрелке, увеличивая не очень большие круги. Движение по часовой стрелке. And you push. И вы толкаете. And you say stay. И вы говорите себе стоп. Human cell can absorb color and light. А человеческая клетка может впитывать в себя цвет и свет. That's very important. Это очень важно. Okay. But when the cell are so dirty. Но когда клетка сама загрязнена. So when we work with the cell level. Потому что когда мы работаем вот с энергией, мы работаем на уровне клетки. When на клетке you clean уровне. Up. When you clean out one particular organ, когда мы, например, очищаем определенный орган человека, like the lungs. Ну, например, легкие. So you picture the lungs. Вы представляете себе легкие. And big as the universe and the cells so big of the lungs. Вы чувствуете их очень большими, огромными. When we're going to work a lot of third eye opening. Когда мы работаем над открытием третьего глаза или работаем с этим, у нас открывается третий глаз. Некоторые из вас могут видеть, другие могут чувствовать. Give me the power to see. Дайте мне силы видеть. And you expand the lungs so big, so big, вы делаете легкими огромными, большими, большими, and большими. The cell of the lungs so big, so big. И все клеточки легких вырастают. And you see the cell in the lung are very dirty. И вы вдруг видите, что клеточки в легких очень грязные, загрязнены. So you're sending green. И вы посылаете туда зеленую энергию. Detergent color. Detergent, like cleaning out the clothes. Цвет, который очищает. Green. Зеленый. And clean them out. И вычищаете. Green will combine with stick energy in the cell. Вот этим образом этот цвет как бы вычищает клеточки легких. Вытаскивает оттуда грязь. And blue. А затем голубой. And orange flush it out. А затем orange. Оранжевый, который сбрасывает. Don't worry, we're gonna over and over and over again. Не беспокойтесь, мы будем работать с этими цветами вновь и вновь и вновь. Blue and green. Зеленый. Blue. Голубой. Blue like water. Голубой это как вода. Cold. Холодный цвет. Он как тоже чистый. You wash your clothes. Вы сначала стираете. You need a lot of water, 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 потом water. Нужно очень clean много up. Воды, чтобы как бы смыть, blue. Да? Это голубой цвет. И освежить. Flush out with orange color. А освежаем мы оранжевым цветом. So the cell, and you see them. You say, let me see again. Oh, the cells are clean. Ну, давайте clean. Посмотрим. Вы говорите, дайте, you я see посмотрю. Them, вы смотрите, вы просто видите все это. First you clean the whole body and the bone. Сначала вы очищаете все тело и кости. And you go into each particular organ that's sick. А потом вы идете в каждый определенный орган, который нездоров. First expand from weaker unit. Вначале этот орган делается большим, большим. And the cell. И клеточки этого органа увеличиваются. When you develop that, you can really, oh my God, the cell is so dirty, so bad. Когда у вас получится это, то вы увидите, что клеточки загрязнены. So you draw the green light, тогда вы тянете зеленый цвет, вычищаете эти клеточки and wash them up, и промываете и опускаете это вниз. After that, you say, oh my God, it's clean. А потом вы видите, что это уже чисто. So there's clockwise energy. Когда мы делаем движение по часовой стрелке, мы энергизируем. Энергизируем мы только тремя цветами. White. Белым. Violet. Фиолетовым. And to make the energy stay. И мы здесь останавливаем энергию. Green and blue again. Заставляем энергию остановиться и опять зеленый и голубой. Again, remember that? Запомнили? That's all. Белый, фиолетовый и зеленый, голубой. When you gonna take sick energy? А когда мы вынимаем эту энергию из человека? There are three ways also. Тоже существует как бы три пути. One, you take when we you cut the clock line. Мы вращаем против часовой стрелки. And when you feel the energy, feel it. И когда вы чувствуете эту энергию, cut to the sick energy.
Договорите с этой больной энергией. Hello. Эй. I'm going to take you to a better place. Я собираюсь тебя привести в лучшее место. You're going to be happy. Ты будешь там счастлива. Are you ready to go? Ты готова идти за мной? And you feel that the sickness, when you come visit, the sickness says, yeah, 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 I go. Вы почувствуете, как больная энергия скажет, да, okay, go. Ну ладно, давай, пошли, пошли вниз. I'll send to the tree. И вы посылаете эту энергию либо в дерево, либо в землю. Some sick energy very stubborn. А некоторая больная энергия очень упрямая. You say kind of disperse. Disperse. Она не хочет. Она this energy very stubborn. Yeah, so you say kind of to disperse. А тогда нужно ее просто-напросто рассеять. You push them. Так там толкаем. Through the universe. Через пространство. Scatter into the universe. И отдаем ее пространство. Okay. So you push. Толкаем. And disperse out. И она там рассеялась. Like Puma. Как Puma, так, Puma. Например, в воспалительных так, процессе. Disperse. Нужно рассеять. Disperse. Секрет на самом деле очень прост. We need to activate the consciousness. Мы должны активизировать сознание. Awareness. Осознание. Aware I read that can expand. To the universe. Представлять и представлять свет и расширяться до размера Вселенной. Awareness can see the thing you cannot see and hear the thing you cannot hear. Осознание это то, что это видит цвета, как видит вещи, которые мы не можем невидимы и слышит то, что мы слышим. Look at the awareness like radar. Вы представляете осознание как радар. Вы представляете сознание сердца или ум сердца как монитор. Когда мы активизируем этот ум, too busy, too emotional, это слишком эмоциональный ум, you don't see, you, он как бы покрывает вот второй, третий ум, средний или нижний ум, и не позволяет ему видеть и ощущать. That's why when the people watching the monitor, they cannot drink, they cannot use drugs, they cannot drink. Поэтому люди, которые сидят за мониторами, и они наблюдают, они не могут не использовать, там, не пить никаких там специальных таблеток. That's why human mistake. И поэтому мы говорим человеческая ошибка. The monitor here, and you drink coffee, playing game. Oh. А если монитор тут, а он там в это время отвлекся? And boom, been hit. И тогда yeah. Все происходит. Said, oh God, what что произошло? То есть он отвлекся, не управляет. No conscious and no awareness. Потому что это отсутствие сознания и сознания и осознания. Now, when you rest this brain, когда мы даем отдых этому уму, become observation. И он становится тогда он становится наблюдателем. You watch the monitor. Тогда он наблюдает за монитором. Awareness pick up the energy in the universe. Boom. И тогда осознание видит, что идет энергия из космоса, закрывает глаза. Expand my awareness out. И я начинаю расширять, увеличивать свое осознание, выношу его. I think about galaxy. Чувствую космос. Boom, I connect. И раз соединяюсь с космосом. I watch. Наблюдаю. I feel. Чувствую. I experience. И я испытываю на себе. That is conscious and awareness. Вот это и есть осознание, осознание. Сознание идет вниз, сознание вот отсюда идет вниз, вот это вот отсюда, из этого ума идет вниз, а отсюда выходит во мне. Вот это понятно. And this mind observes. Это только наблюдает. So the same thing as I told you that. Observe means you look, watch. Что такое? Что такое наблюдать? Это значит смотреть на монитор. In 10,000 miles away, you pick up a boat. Oh, you know it immediately. Ну вот вы сидите, управляете самолетами. Самолет летит за 1000 миль, но он уже точкой появился на мониторе. Вы видите, что он появился. This observation become a monkey brain. Но это наблюдение вдруг, вы видите, появилось точкой. Становится умом. Video game. Становится умом обезьяни. Вот та точка появилась. Он начинает пить, играть, отвлекаться, болтать. Пить водку, smoke, marijuana, курить марихуану, а точка есть на мониторе, что летит самолет, можно take all the LSD,
принимает наркотики. And is the monitor keep on showing you somebody А монитор показывает, что там есть точка на мониторе, что, возможно, это летит ракета с бомбами. The mind are out. А ум отсутствует, он не включается. Он не включается в то, что происходит на мониторе. Это понятно? Yeah. What you're going to do now is learn how to activate and use the conscious mind and awareness mind and observation mind. How? Сейчас мы должны понять и научиться, как тренировать и научить свой осознавательный ум, то есть нижний дантель, свое сознание в центре сердца и свой ум наблюдения. Follow the step. И здесь нужно обязательно следить за шагами. Smile down. Улыбаемся вниз. Smile down. Улыбаемся вниз. Empty the mind. Опустошаем наш ум и опускаем его в нижний дантель. Дантель mean this area. Дантель — это вот эта область. Above the navel, below the navel. Это над пупком, это немножечко ниже пупка, это вот эта Everybody вот эта make область. A hand here like this. Вот эта область. Вы можете положить But, руки вот сюда, вот так. That is your дантель. Вот это ваш дантель. Okay, it's a space. Это пространство. Woman can put a whole baby. Да, там много пространства, там может ребеночек даже уместиться. А некоторые женщины могут уместить там даже не одного, а двоих детей, иногда даже трое не рожают. Там достаточно много пространства. So remember that дантен. Запомните, это называется дантен. Дантен means a field you can cultivate. Дантен – это место или поле, которое можно культивировать. And this is the abdominal brain. И вот здесь находится так называемый мозг, который мы называем кишечный мозг. So remember one thing, when this brain are too busy, too emotional, too angry. Запомните одну вещь, если наш верхний ум слишком занят, слишком эмоционален. All the energy in here go up and spend in here. Вся энергия идет в этот ум, там она остается, в верхнем уме. So here no energy. А здесь нет энергии. Awareness not accurate. Поэтому осознание не активизировано. You spend all the budget in making all the weapon, but no food. See? Вы можете тратить колоссальные средства, вы можете тратить на это время, деньги, но не будет никаких результатов. That is the energy. Okay. Потому что нет энергии здесь. Now, smile after you feel and you spiral. Улыбайтесь, начинайте движение энергии. Очень важно здесь, что все время это движение идет. Потому что как только вы научитесь двигать энергию в животе, движение, которое происходит в пупке, мгновенно включается движение в других точках. Опускаем улыбку вниз, начинаем закручивать энергию, чувствуем тепло. Когда двигается колесо, The wheel in the heart will turn by itself. Тогда здесь начнется движение, движение колеса начнется в сердце само по себе. And where the wheel in the heart turning? Когда мы чувствуем, как здесь начинается движение в сердце. Turning. Движение, движение, закончено. And where the upper brain turning? И тогда движение начинается энергии в верхнем уме. When you are turning inside. Когда мы чувствуем это движение внутри. Everything in the universe are spiral anyhow. Потому что на самом деле во Вселенной все движется постоянно. The cell, every single cell you have, каждая клеточка, которая у нас есть, электромагнитное поле этой клеточки движется. And that's all. И все. So you spiral here, вы делаете spiral движение here, здесь, делаете движение spiral здесь, here, двигаете здесь. Spiral, а над вами двигается Вселенная, и вся Земля тоже движется. That's all you get. Это все. Okay? Now I explain the step by step to you. Я объясняю это вам шаг за шагом. But when you get it, very simple. И как только вы second, you get it. Получаете это, как вы понимаете это, тогда вы начинаете ощущать это. Это очень просто. So you spiral. Двигается здесь, и движение идет. You act, and next one you smile to the heart. Следующее мы начинаем улыбаться сердцу. Activate the consciousness, smile to the heart, and feel soft. Very important part, making heart feel soft. Активизировать наше сознание, но при этом очень важно чувствовать его нежным, мягким, чувствовать любовь к этому месту. Soft, very important. Очень важна нежность, мягкость. Okay. If your heart feel hot and hard,
Если ваше сердце ощущает жесткость, то это не пройдет. Soft, gentle, нежно, nice. Мягко. The more you feel soft, чем больше вы чувствуете нежности в сердце, тем больше любви, joy, радости, happy, счастья, compassion, сострадания, и тогда идет, появляется сострадание. Without this, без этого no energy. Нет энергии. So in this one we call activate the heart fire. И это мы называем активизация сердечного огня. If you have no fire, you have no, you know, the house is cold. Вы знаете, что если нет огня, то в доме же холодно. So the first fire is the Tanjin fire. Первый огонь – это огонь в Нижнем Даньцзяне. Okay. When I don't know a lot of fire, it turns up to the brain again. Если здесь очень много огня в Нижнем Даньцзяне, то эта энергия поднимается в верхний мозг. So, okay, the step again. Turn the upper mind to observation mind. Observe. Итак, мы значит, делаем наш верхний ум умом, который начинает наблюдать, превращаем его в наблюдателя. Conscious about things. Watch and observe about. Наблюдать вещи, наблюдать все, что происходит. Very important. Очень okay. важно. Turn the consciousness mind down. И мы превращаем наш сознательный ум в вниз, опускаем его в нижний дантин. First you need to make the tanjin warm, heart warm, and you turn the conscious mind down. Turn the conscious mind down to the tanjin. Сначала мы разогреваем нижний дантин, затем мы опускаем наше сознание или наш сердечный ум в нижний дантин. Combine three minds. И здесь мы как бы соединяем, смешиваем эти три ума в один ум. The one you have this, the wisdom and knowledge will come. Как только вы понимаете это, как только эта энергия соединяется в один ум, то появляется мудрость. You study, pick up things and learn by intuition. И тогда вы начинаете понимать вещи не просто умом, вы понимаете их интуитивно. The more you calm this mind, the more you learn, the more intuition comes. Чем больше вы успокаиваете верхний ум, чем больше вы узнаете средним и нижним, тем больше интуиции появляется у вас. Now, once you have three mind combined, когда три ума соединены вместе, you connect here, you manifest here. Вы соединяетесь, вы здесь соединяете это, и проявляете. Here is the electricity, electricity that generating. Здесь внизу производится как бы электрические импульсы. Здесь внизу в животе. And this is light bulb. А вот здесь вот как бы проявление уже света, пламя. The light bulb come from where? Откуда идет у нас вот свет? The light come from what? Откуда идет свет? The factory that producing light. Здесь есть фабрика, да, есть у нас электростанция, подстанция, которая дает нам этот свет, и он поступает сюда. You get that point? Вы поняли это, да? Как the midnight rock. Вот это третий глаз, как макушка. Is light bulb. Это как вот эти лампы, которые здесь есть. Okay, very important. Remember, don't forget your factory that producing electricity. Нельзя забывать о подстанции, где производится сам свет. So this is very important. Это тоже очень важно. Remember your Dantian. Помните, очень важно помнить о Дантяне всегда. Let's say together. This is the crew, the secret, вот the secret of the secret. Здесь, так сказать, зерно, и в этом и есть секрет секрета. Extreme secret. Чрезвычайно огромный секрет. And I tell you, you're gonna study with me, you're gonna hear me 100,000 times. А иначе вы будете учиться со мной. Сколько вы со мной не учились, может там тысячу раз быть со мной, я все равно буду говорить одну вещь. Помните о Дантяне. So one you, this is the light bulb. Здесь луч света в этом. And this is become a radar. And this is become a radar. И здесь он становится уже и радаром. He expands the universe. Он распределяется свет отсюда из этой лампы в пространство, в вселенную. Expand the universe. Распространяется вверх. Wherever you pick up. И вниз во все стороны. You can keep them.
И через это мы можем собирать свет. You can multiply the anxiety. И этот свет, который мы собираем, мы можем усиливать в себе. Trust and believe. Okay, just me. Trust and believe. Trust and believe. Вера и доверие. Turn the visualize to actualize. И мы превращаем нашу визуализацию в актуализацию. You think about the star. Вы думаете о звезде. You think about red color. Вы видите красный цвет. You trust and believe. Вы верите, доверяете. Boom, the red color is here. И красный цвет этой звезды здесь около вас или у вас. Very important. Это важно. This is what Jesus says. If you have trust. И это то, о чем говорил Христос. Он говорил, если у вас есть вера and belief, и доверие и вера, like the seed of the mustard, mustard tree, yes, mustard. Тогда вы можете вырасти горчичное зерно. You can move the whole mountain. И вы можете сдвинуть целую гору. Trust. Это просто служение доверия. При доверии и вере можно легко сделать. Bomb them, boom. Сейчас это, конечно, легко сделать. Взять бомбу и взорвать гору. My power. All these things in the Bible say simple. You can listen to people's mind. На самом деле все вещи, которые подписаны в Библии, они все простые. You put together. Соедините пальцы вместе. And this one over here. Большой палец. Okay. And I show you the first form. Я вам покажу первую форму. First, you stand. Вначале вы стоите. And your body, your leg are very big and very long. И представляете, что ваши ноги становятся очень большими. As big as you can imagine. А настолько большими и длинными, насколько вы можете представить. Hollow. Кости полые. And you start to feel the chi into your bone. И вы начинаете ощущать энергию чи во всех своих костях внутри, во всех костях тела. And you guide the chi up. Вы поднимаете энергию вверх. Come all the way up, feel your bone. Наполняете кости энергией. And you turn your palm, turn up. Выворачиваете ладони. To the heaven. Your hand extended to the heaven, very big and very long. Руки протягиваются к небу и становятся очень большие, очень длинными и пустые кости. Feel the chi, pack the chi. И чувствуете, как чувствуете и упаковываете кости, упаковываете, уплотняете кости этой энергии. Пакуйте кости. And turn your palm. И разворачиваете ладони в стороны. And double sauce hand. И вперед. Your awareness. Your awareness. Ваше сознание. Like radar. Как радар connecting to the universe below, соединяется с Вселенной наверху, universe above, с Вселенной наверху, chi flow down, энергия течет и выходит вот туда. And when you finish, и когда вы заканчиваете, let down. Опускаете. It's very important. Это важно. Why this is important? Почему это важно? When you get it, когда вы это понимаете, you can help drain the people's energy. You got the energy up. Вы можете взять. Feel the bone of the person. Вы можете взять, почувствовать тело того, кого лечите. Чувствовать его энергию и опустить его энергию вниз. Да, empty, let go. Опустошить кости и отпустить энергию вниз. To the ground. Опустить ее через землю. Up. Опять вверх. Chi from the universe up to the earth. Энергию из Вселенной вверх поднимается. From heaven down. Сверху с неба вниз опускаете. Опускаете. Расслабляете, отпускаете. This is the first thing. Это первое. We empty the person. We call changing the negative forces to the good forces. Таким образом, мы как бы в другом изменяем негативную силу в позитивную clean up, силу. Clean up, мы как бы чистим, прочищаем его. Okay. And the second one, up. Вторая форма – вверх. Down. И вниз. Up. Вверх. Heaven, earth force. Сила неба. Down. Возьми силу земли вниз. Up. Okay. Then we're going to do that. А сейчас мы это сделаем. But before we do that, we need to do the empty the mind.
Но прежде чем мы начнем это делать, нам нужно обязательно опустошить ум. Спару карма. Карма. Здесь идет вращение по часовой стрелке. Вот так. Представьте, это внутри вращение. То есть вертикально. Clockwise. И так, и так. Clock. 6, 3, 9. Вот представляете, как по часовой стрелке. Здесь 12, здесь 6. Значит, здесь у нас будет 3, а здесь 9. Sorry. 6, 9. 9. Ну, часы положите, вот так они живут. 12 и 3. Вот здесь 12, 3, 6. 12, 6, 9. Right hand side. Это понятно. То есть вертикально, да? Да. Вертикально, вертикально. Все понятно. Ну, на самом деле вот так. They are different. They are this way, this way, this way, this way. На самом деле вращение идет во всех направлениях, но оно вот так идет. Вот вы спрашиваете. Говорит, вот так. Universe spiral in different directions. Но на самом деле движение во Вселенной в разных направлениях происходит. But ourself always spiral clockwise. Но наша клеточка имеет движение не таким this образом. Way, this way or this way. Вот таким образом происходит вращение наших клеточек. Okay. Если смотреть вниз, it's spiraling all that direction. You see, when you look like this, spiral this way. You look like this, spiral this way. Когда вы будете смотреть с разных сторон, то и движение будет казаться разным. В зависимости от того, с какой стороны, с каким углом вы будете смотреть на это движение, это вращение. But remember, when you spiral this, the red will follow spiral. You spiral this. The rest, you think about it, spiral. You think about it, spiral. You think about it, spiral. Дело в том, что как только вы начнете думать о вращении здесь, то остальные тоже начнут вращаться. Вам только стоит подумать о вращении вот в нижнем дантяне, как в сердце или выше начнется движение вращения. Okay, let's do it. Давайте сделаем это. Помните, осознавайте, чувствуйте и наблюдайте за дантяном. Again, the mantra's mind. Это мантра, мантра. Улыбаемся. Conscious. Осознаем. Observe. Наблюдаем. The dantian. Дантян. Keep on repeating. Продолжайте это про себя. Empty your mind now. Опустите ум, опустошите его вниз. Feel your dantian with chi. И чувствуйте, как дантян наполняется энергией. The second formula. Empty your mind. Вторая формула. Опустошаем ум. Feel your dantian with chi. И наполняем наш дантян чи энергией. Empty your mind down. Опускаем ум вниз. Feel the dantian with chi. Наполняем дантян энергией. Spiral. Вращаем энергию. Smile and spiral. Улыбаемся и вращаем. Smile and spiral. Улыбаемся и вращаем. Feel the heart are spiraling together now with the dantian. Почувствуйте, как движение вращения энергии в сердце вместе с движением вращения энергии в дантяне. Hold the hand together. Соедините руки, коснитесь сердца. Smile. Улыбайтесь сердцу. Make your heart feel soft. Почувствуйте сердце мягким, нежным. Feel love, feel joy, feel happy. Почувствуйте любовь, радость. Compassion feeling. Чувство, которое вызывается страданием сильности. Spiral in dantian is still continuing and spiral in our heart. Продолжается движение вращения в дантяне. Они вращаются в энергии в сердце. Remember, spiral on your dantian no matter where you go, no matter where you work on. Remember, always spiral in your dantian. Не забывайте, где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, где бы вы ни шли, вы всегда производите вот это движение в нижнем дантяне. Вращение энергии. Now the brain also spiral with it. Сейчас вместе с этим вращается наш мозг, энергия мозга. Emphasize dantian spiral.
Но я еще раз подчеркиваю, что все время наблюдаем, что энергия вращения, сердце энергии вращения, вращения, любовь, радость, счастье. Move your hand down to the Tantien. Опустите руки вниз, вниз Тантианю. And spiral everything down to your Tantien. И все вниз, вращая, опускаем вниз Тантиен. Fuse three minds, one mind. Чувствуете, как все три ума соединяются в нижнем Тантиане в один ум? Now feel your mid-eyebrow spiral. Чувствуете, как движется энергия в третьем глазе? How's your mid-eyebrow? Как коснитесь его, это место. Remember your Tantien continuous spiral. В это время не забывайте о движении, вращении энергии в Тантиане. If you forget your Tantien and concentrate on the mid-eyebrow, eventually the energy will drop down. Если вы забудете о нижнем Тантиане, сконцентрируйтесь только на третьем глазе, и энергия упадет. The more you spiral in your Tantien, the more power and light will strong in your mid-eyebrow. Чем больше энергии вы будете вращать в нижнем Тантиане, чем больше энергии там будет, тем больше энергии будет поступать в третий глаз. Expand to the universe and feel the universe spiraling in front of you. Увеличивайте себя до размеров Вселенной, представляете, как Вселенная вращается вместе с вами. Touch the ground. Коснитесь макушки. Tantien still spiral. Продолжает вращаться энергия Тантиани. The crown spiral. И макушки вращаются. The universe above you are spiraling. И энергия над вами вращается. Touch the perineum. Коснитесь точку промежности. The perineum is spiraling. Точку промежности, энергия вращается в точке промежности. Remember your Tantien spiral, don't forget that. Помните о том, что вращается не в энергии в нижнем Тантиане, не забывайте об этом. Where your feet spiral. Ощущайте, как вращаются энергии в ногах. Energy in the earth spiral. Как вращается энергия в земле. And the galaxy below you spiral. И как вращается галактика, Вселенная под землей, под вами. Remember Tantien spiral. Продолжайте чувствовать, как вращается энергия в Тантиане. Stand up. Thank you. Tantien spiral. Энергия Тантиане продолжает вращаться. Your leg very big, very long. Ноги очень длинные, очень большие. Touching the galaxy, touching the earth and galaxy below. Касается земли, проходит сквозь землю, касается Вселенной под землей. Your hand really long. Руки очень длинные. Touch the sky. Они касаются неба. The bone in the leg are hollow. Кости полые рук и ног. The bone in the spine are hollow. И позвоночники кости полые. Feel packed.
feel. Наполняйте, упаковывайте, наполняйте, упаковывайте кости. Packing, feeling, feeling. Наполняйте и упаковывайте энергии кости. Just give the command. Packing, packing, feeling, feeling, feeling. Просто давайте команды. Pack, упаковываю, наполняю, упаковываю, наполняю. Pack and feel. Повторяйте это. Упаковываю, наполняю, наполняю, упаковываю. Почувствуйте, как ваши, почувствуйте, как наполняется, чувствуете онемение и тяжесть. You can sit down, so if you... Если вам трудно, вы должны сесть, сядьте. Кому трудно стоять, сядьте, делайте это упражнение сидя. Now. Guide the chi from the galaxy up to the earth. Энергию из галактики вниз, very slowly feel and pack and feel and pack and feel and pack. Упаковывать энергию. You have to repeat after me. Все время повторяйте за мной. Feel, feel, pack. Наполняю, упаковываю, наполняю, упаковываю. Feel, pack, feel, pack the chi in your bone. Feel your body. Наполняю энергией все тело. Raising up. Поднимаем руки. Your arm, your sword hand, like a big sword, extend to your heaven and hollow. И представляете, как руки вырастают в небе. Feel. Наполняем руки. Pack. Упаковываем. Feel. Наполняем. Pack. Упаковываем. Feel with chi. Наполняемся энергией. Down the side. Вниз опускаем по сторонам, в стороны. Dantian spiral. В это время Дантиан. Galaxy above, below spiral. Вращение и внизу и наверху в костный происходит вращение. Down to your finger. Вниз. Chi send out from your tip your finger. И энергию посылаем из кончиков пальцев. Connecting to the unexhaustible source. И соединяемся таким образом с источником, божественным источником. Now turn your palm down, turn it down. Поднимаем вверх. Empty all the sick energy in yourself. Think yourself dirty. Опустошаем, освобождаем, освобождаем, освобождаем все привычки. The chi. И соединяем с небесной. And empty them all the way down. Освобождаем, опускаем вниз, 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 освобождаем, опустошаем, опускаем. Boom. Big leg long. Ноги длинные, большие, кости тоже огромные, ноги касаются галактики. Give the command, pack and давайте feel. Команду, наполняем и упаковываем энергию в кости. Pack, feel, pack, feel. Упаковываю, наполняю, упаковываю, наполняю. Можете произносить это? Почувствуйте тяжесть, онемение в ногах, может быть, ощущение мурашки. Поднимаем. Feel and pack your bone. Наполняем и упаковываем энергию. All the way up. Поднимаемся вверх. Your sword hand very big and tall, feel with chi, pack, pack, pack and feel. Руки очень длинные, наполняются, длинные кости наполняются энергией. And coming back down. И вниз опускаем эту энергию. All the way down. Вниз, вниз. And double sword hand up. И вступ вперед. And then spiral. Происходит вращение энергии. Chi down to your finger out. И из пальцев истекает энергия.
Дзянь энергия. Прощение во Вселенной происходит. Прощение во Вселенной происходит. Empty all the way down. И все освобождаем, опустошаем вниз, 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 вниз. Single hand. Одной рукой. Touch the universal force. Your leg and your arm very big and tall. Одной рукой, а ваша рука и нога длинные, очень длинные и большие. Guide the chi up. Поднимайте, ведите энергию вверх. Feel the whole body. Чувствуете все тело. They ring with thick energy. Чувствуете, как энергия. And empty it down. И освобождайте, опускайте ее вниз. Let go, relax all the sick energy down to the ground. Опускаем, ведем всю больную энергию вниз, вниз, вниз. To the center of the earth, dig a hole and bury it. В центре земли вырываем ямку. Up on the left hand. Теперь другая рука. See chi, feel your body. Почувствуйте, как энергия чи наполняет. Down. Наполняет тело. Вниз ведем. All the cells, see the cell, dirty energy being washed out. Представляете, все грязные клеточки очищаются. Опускаем энергию вниз. Guide the chi from the galaxy up to the earth. Ведем энергию из галактики, вселенной через землю вверх. Feel them fill in the cell, ringing the cell, take the sick energy out. Видим, как каждая клеточка наполняется энергией. Let go. И отпускаем, освобождаем энергию кальян. Посмотрите на видео. Неотретушированная жизнь современных йогов, объединенных идеей познать самих себя. Вы познакомитесь с тайными техниками, передававшимися веками от учителя к ученику из уст в уста, оздоравливающими организм, тело, ума, регулярное выполнение которых приведет вас к совершенству духа. Вместе с мистиком Андреем Лапиным вы побываете на Амазонке, в Африке, в Индии. Серия видеокассет и DVD студии Джоти «Внутренний мир». Рубрика «Беседы ни о чем» с Андреем Лапиным. Не замерзай, акуна матата. Этот фильм посвящен развитию сознания, техникам, с помощью которых можно подготовить тело для пропускания тонких энергий, развить энергетические центры чакры. Вы узнаете, как навсегда расстаться с эго, что такое медитация, самонаблюдение, самадхи. Андрей Лапин. Реализация за одну жизнь. Одно только небо. Это путешествие с Андреем Лапиным в мистическую природу человека и мир безусловной любви. Вы побываете в древнейшем месте силы, в Гималаях, на севере Индии, в Кедарнате. Вместе с нами вы войдете в тайну тайн, каменную хижину высоко в горах, где медитировал великий Шива. Вы увидите старцев с удивительными глазами, не покидающих этот храм. Вы изнутри ощутите энергию того места, где провела 300 лет Парвати, ожидая своего любимого Шиву, медитирующего в горах. Вы побываете в древней Агре, в величественном храме Тадж-Махал, и узнаете историю любви, в честь которой он был построен. Экспедиция в древнюю Индию со знатоком этой страны, мистиком Андреем Лапиным. Одно только небо. Эволюция сознания Вселенной. Что такое предельное развитие человека? Возможно ли стать совершенным существом в этой жизни? Какие методы и техники существуют для того, чтобы открыться движению энергии Вселенной, в которой не существует смерти? Все это и многое другое в «Эволюции сознания Вселенной» с Андреем Лапиным.
Что такое трещина между мирами и как пройти через нее? Как войти в осознанный сон и путешествовать в сновидение? Перепросмотр, йога-нидра, переход в иную реальность. Сон Нагваля вместе с Андреем Лапиным. Как стать спонтанным и навсегда покончить с автоматическими реакциями? Можно ли в поисках неведомого полностью довериться силе? Как освободиться от энергетических червячков, оставленных в нас людьми, в которых мы были влюблены? Как воспитывать детей, не растрачивая свою личную силу и не отнимая ее у них? Возможно ли вытащить копье своего внимания из человека, которого мы любим? Дыхание Вселенной или отрыжка авокадо вместе с Андреем Лапиным. Студия Джоти предлагает вашему вниманию серию видеокассет 18 наименований с практиками даосского мастера Мантека Чиа. Это полная система даосских дисциплин для совершенствования тела, ума и духа. Уникальность серии в том, что вы выполняете техники вместе с мастером, исключая их неправильное выполнение. 4 позиции серии посвящены боевым искусствам.